Губернатор региона утвердил концепцию создания мобильного технопарка. Соответствующее распоряжение передано областному правительству. Появится он в 2021 году на базе Кинешемского политехнического колледжа. На эти цели из бюджета выделено 72 миллиона рублей. Кроме основной площадки, будут еще две передвижные лаборатории. Они позволят вовлечь в занятия ребят из сельских школ. Школьников обучат по направлениям IT-технологии, робототехника, промдизайн и хай-тек. Напомним, первый в регионе технопарк «Кванториум» открыт в 2018 году на базе Центра технического творчества «Новация». В нем занимаются 800 ребят школьного возраста.